7 утра приехал в городок Сиабра. 18,5 часов пути. Следующий автобус отсюда аж час дня. То есть я в результате буду больше суток в пути. Длина 8, мне еще добираться 2,5 часа отсюда. Пойду погуляю по городу Сиабра. Церковь Бон-Хесус – единственная официальная достопримечательность городка Сиабра. Построена в 1975 году из розового кварцита и является третьей по величине церковью в Бразилии, созданной из этого материала – розовый кварцит. Кладбище города Сиабра называется «Сады печали». Сок натуральный из маракуйи, пирожок с курицей и пирожок с мясом. 4 реала за все, 60 евроцентов. Вот мой автобус подан под посадку. Продолжаю свое путешествие в город Ленсойс. До свидания, Сиабра.